Начнем с главного. Если кто хочет уйти в этом, нет ничего позорного. Но сделать это надо сейчас. Одно из крупнейших похищений наличных, подкрепления не будет, подорвет деятельность самого жестокого картеля. Медицинской помощи ждать неоткуда. Но это не военная операция. Каждый из вас должен отдавать себе отчет в том, что на нашей форме нет флага. Это ограбление. С этого дня о привычной жизни можете забыть. Фильм компании Netflix. Сколько мы пережили за 17 лет службы, а остались ни с чем. От режиссера фильма «Самый жестокий год». Ты 5 раз ловил пулю, защищая родину, и не можешь даже колледж детям оплатить. Вложимы в 2 раза меньше сил в любую другую область, стали бы миллионерами. Не пора ли применить свои навыки во благо себе? Наша цель — Габриэль Мартин Лора. Он хранит более 70 миллионов наличными. Мы должны будем немедленно исчезнуть. Иначе нам не жить. Бен Аффлек, действуем оперативно. Оскар Айзек, тебе нельзя здесь оставаться, нас найдут. Чарли Ханнем, всегда возникают трудности, которых не ждешь. Гаррет Хедлунд, такие меры — это уже лишнее. Педро Паскаль, я на это не подписывался. Вас будут искать все. Пойдем на пролом. Тройная граница. Режиссер Джейси Чендер. В марте.